С вами канал «Учебник вслух». География, 8 класс. Тема урока «Учимся с полярной звездой». Часть 12. Проблемный вопрос. Есть ли страны холоднее, чем Россия? Россия – северная страна. На Россию приходится половина северных районов суши земного шара. Здесь проживает 80% приполярного населения планеты. Ученые подсчитали, что географический центр нашей страны имеет координаты 60 градусов 25 минут северной широты и 97 градусов 30 минут восточной долготы. Холодная долгая зима требует для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей почти втрое больше энергозатрат, чем в Западной Европе. Для защиты от неблагоприятных природных условий необходимы утепленные жилища, теплая одежда и обувь. Для обустройства одного человека на Крайнем Севере требуется в 10 раз больше средств, чем в средней полосе или на юге России. Можно только восхищаться россиянами, которые в суровых природных условиях сумели построить города, развить экономику и сельское хозяйство. Из крупных стран мира самые северные – Канада и Россия, а также страны Скандинавии. Но в Канаде почти все население сосредоточено вдоль ее южной границы и к югу от изотермы минус 16 градусов. Ни один канадский крупный город не расположен севернее 55 градусов северной широты. А у нас в этих широтах находятся не только столица страны, но и немало больших городов. Берега же скандинавских стран омывает теплое североатлантическое течение. И там гораздо теплее. Посмотрите, как проходит январская изотерма 0 градусов. Посмотрите на карту. В России обширные пространства удалены от побережья морей и океанов. Это влияет на континентальность климата и транспортную сеть. Чтобы добраться до ближайшего моря, большинству россиян надо преодолеть многие сотни, а то и тысячи километров. Несмотря на то, что берега России омывают 12 морей трех океанов, не считая Каспийского моря озера, только три из них не замерзающие – Черное, Баренцево, Японское. Балтийское море у побережья России не замерзает в Калининградской области и замерзает только в холодные зимы в Финском заливе. Но там судоходство зимой поддерживается с помощью ледоколов. Поэтому большая часть морского побережья России, почти все берега Северного Ледовитого и значительная часть Тихого океанов используются для судоходства только летом. И у нашей страны меньше возможностей использовать самый дешевый вид транспорта – морской. Судоходство по морям Северного Ледовитого океана возможно, как правило, только при помощи ледоколов. Однако это стоит очень дорого. И транспортное значение северных морей гораздо меньше, чем южных. Вы выяснили, что в мире есть страны со столь же северным географическим положением, но нет более холодной страны, чем Россия. Обсудите с товарищами, какое влияние оказывает северное положение России на жизнь ее населения. Определите, как далеко расположен ваш район от ближайшего моря, от незамерзающего порта. Сколько времени надо добираться туда разными видами транспорта? Используйте карты, справочники, ресурсы интернета. Сравните по географическому положению ваш район с более северными и более южными территориями нашей страны, других стран. Сделайте выводы. Какие выгоды географического положения России вы можете особо отметить, несмотря на ее северное положение? Как вы считаете, огромные размеры территории – благо или неудобство для России? Приведите аргументы в защиту своей точки зрения. Как вы считаете, отразились ли суровые природные условия на характере россиян? Если да, то каким образом?